здоров зритель. Может, оно чутка далеко. Но мне так удобнее было его сюда поставить, или стол переставлять, или еще что-то. И я решила, что здесь вот Сережка одна растянулась. Моя сегодня мясной день. У меня там в двух кастрюлях варится лось. Вдруг в третьей кастрюле варится язык. Вода капает, о чем я говорила в ролике про тефтели, который еще не смонтировала. И я все это пытаюсь от кота как-то спрятать. И еще мне сейчас принесли фарш лося со свиньей. Сейчас я это буду... Короче, решила я камеру включить, чтобы вот это вот приготовить. Я даже масло купила, которое обозрела, уже смонтировала. И оно уже стало мягким, как надо. Но я никак не запишу этот ролик с уходом на январь. Постараюсь, если не сегодня ночью, то завтра утром. Сегодня у нас 30-е, готовим тесто. Сайт, дайте свою волшебную историю. Привет, Лёльке из Тюмени. Из Тюмени. Украсьте новогоднюю елку праздничными игрушками, которые можно делать всей семьей. Я и кот. Может быть, его видно. Я просто отсюда вижу примерно силуэт меня, как я выгляжу. Ну, в смысле, что я в кадр вписываюсь. И часть стала тоже, но я не вижу. А нет, вот часть руки есть, значит, кот тоже частично вылазит. Вот у меня тут часть семьи. Мне еще подруга сегодня звонила, которая завтра тоже одна отмечает. Только без кота, у нее нет кота. Она раньше в Угличе жила. И, возможно, меня иногда даже смотрят тут. Имбирные пряники, сделанные своими руками, станут отличным подарком для самых любимых. Я самое прикольное месяц назад думала найти рецепты, как приготовить имбирные пряники. Но что-то руки так и не дошли. Хотя рецепт пыталась найти. Необходимые ингредиенты. А, вам понадобится сливочное масло или маргарин. Я подумала сначала взять кокосовое масло, потом думаю, хрен знает, посчитала тут какие-то отзывы с этими пряниками от разных людей. В разное, куда полез, в разное свалец. На время писанные. И там, значит, у кого-то не получилось это, с этим кокосовым маслом. А маргарин же там всякое растительное масло. Я еще подумала, что маргарин это растительное масло, а кокосовое масло как раз растительное. В итоге я плюнула, думаю, надо все-таки найти маленькую пачечку. 100-граммовая попалась мне. Масло этого самого сливочного и сделать все по фэншую. В общем, что тут у нас? Внимательно прочитайте способ приготовления. Вот сейчас этим и займусь. Он мне желтенько так понравилось. Поставить и достать пряники из духовки, попросить взрослых. Ну, Тиша бы не смог мне это сделать, поэтому по-любому сделаю я. Я, наверное, уже взрослый. Так, готовим тесто. Необходимые ингредиенты. 50 мл теплой воды. Вот, кстати, воды надо теплой сделать. И 60 грамм размягченного сливочного масла. Содержимому пакета добавьте 50 мл теплой воды. И 60 грамм масла. Замесите тесто. Надо сначала достать эту смесь, потому что ее сначала надо сыпать. Хотя, возможно, мне, наверное, мисочка побольше понадобится. У меня же есть контейнер по кухне. Большой контейнер. Кукпедовские контейнеры. Мне сегодня перепало от кукпеда, от админа одного из. Этот самый... Календарик, там акция была такая, календарь с вашими этими рецептами. Но я в ней не участвовала, я так сначала подумала, потом забыла, потом вообще как-то забила. Я только постила эти рецепты с хэштегом «Один рецепт, одно дерево». Ну, что типа сколько рецептов, столько посадят деревьев. У меня там 30 рецептов в итоге с этим хэштегом. И мне вдруг прилетел календарик, так прикольно. Я еще думала, может, ошибка какая, а потом действительно нашла календарик с собой. Закинула в эту самую флудилку имени меня. В набор для выпечки входят смесь для выпечки имбирная, смесь для приготовления глазури ванильная, посыпка кондитерская, инструкция с трафаретами фигурок, ленточка для украшения елки. 10 пряников из набора. Делать свою сказочную историю. Так. Сейчас я постараюсь сообразить, как это вскрыть. Так, чтобы коробочку особо не порвать. Ну, у меня не получается коробочку особо не порвать. Это я. Так, это у нас. Ух ты, трафареты. Их надо будет вырезать. Вырежьте трафареты для фигурок. Надо сначала тогда воды сейчас поставить. Немножко согреться.
потом трафаретики вырежем. Это у нас посыпка кондитерская. У меня вообще на камере 1:20, я не знаю, как оно влетит, но хоть часы что ли поставить. А может мне, вот мне уже надо выключать мясо лося. У меня где-то была даже крышечка к нему. С одной кастрюльки. Мясо лося одно выключили. Сейчас второе снимем. Так, вода фильтрованная натекла. Это тоже уберем пока еще. Хотя, наверное, можно на окно поставить. Ну, это да. У меня тут улун молочный заварен, пуэр лёркин заварен. Не придется газ зажигать. Хотя у меня есть то, чем зажигать можно. Так, стоять. Потом я тебя разберу от кости мяса. Я теперь знаю, что если мясо вовремя от кости не разобрать, то оно и слон примет. Ну, в смысле, сдохнет. Языку надо налить воды. Ну, я знаю, что вы любите, когда я готовлю на камеру. Сюда надо еще воды налить. Из кухонечка. Нет, еще один бульон. Все мясное. Так, сейчас мы это все достанем. Это у нас чего? А, это, наверное, та самая смесь. Ленточки. Ее надо порезать, наверное, а потом будет смесь. Да, наверное, это меньше мисочка, чем нужно. Надо придумать, куда эту стеклянную форму зафигачить, которую я тут купила и два раза уже обновляла. И в Инстаграм фоточку кидала. Глазурь ванильная для смесь для приготовления, печем дома. Так. Сейчас, значит, мы сначала... Ну, так мы трафареты... А нет, наверное, их надо сразу тогда замусолить. Сейчас тогда трафареты сначала вырежем. Как раз вода согреется. Так, готовим глазурь, украшаем прянички. Нарезаем ленточки, нанизываем прянички. А смесь для приготовления ванильной глазури надо будет миксером, наверное, взбивать. Готовим тесто, вырезаем фигурки. Вам понадобится 50 мл теплой воды и размягченного масла. К содержимому пакета добавьте 50 мл воды и масла. Замесите тесто. Раскатайте тесто толщиной 5 мм на предварительно посыпанной мукой поверхности. Вырежите фигурки по трафаретам. Не забудьте сделать отверстие для ленточек. Так, я думаю, вот эту кучку можно отрезать, чтобы она не мешалась. А после вырезать и стригивать трафаретики. Слушайте, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, ну да, десять, как и написано было. Сколько, какой напиток-то? У меня там на большой флешке совсем чуть-чуть места осталось. Может, я в нее тоже потом запишу. Только вопрос, на что я буду писать этот уход.
которого там на час, наверное, опять. Надо было, наверное, поменьше ножек взять. У меня вроде тут даже есть какие-то для этой дырочки. Ну, дырочки я сделаю попозже. Вай-вай, не падай. Мне ж не обязательно его кипятить, да? Он же, можно сказать, стал теплой водой. Они, главное, с двух сторон помеченные. Хоть с той обрезай, хоть с этой. Одинаково. У валеночек. Сейчас у нас тут будет плюшевая жопа. Сердечко, то бишь. То, что принято дарить на День Валентина, на мою дары. Шарик, наверное, это. Вообще, я это планировала чуть пораньше, но что-то у меня как-то то посуда, то еще что-то. Вчера случилось мясо лося, пока я собиралась сделать прянички. Вот прикольно, если место на этой самой закончится до того, как я тут тесто замесю. Нам осталось еще зайчик. Короче, 4 штучки вырезать. Я вчера реально видела эту штучку в Пятерке. По-моему, такую же нашей прянички, как мне Лёлька сказала.
Так что люди, пятерки сейчас вот такая штука продается. Ну, даже если я смонтирую уже и завтра только выложу, вы можете на старый Новый год это купить. Если у вас елка стоит до 19-го где-нибудь там, или вообще весь январь. Ну или можете просто купить, сделать и съесть. У меня уже минут 5 в голове крутится правило на Япе, обозначающее, ну, вопрошающее, типа, айкута досука. И ответить надо Сандзюго Сайдес. Ёлочка. Еще немного, еще чуть-чуть. Сейчас надо будет еще это масло отвесить. Нужное количество отрезать. 70 грамм получается масло, так что у меня 30 грамм останется. Потом какую-нибудь кашу можно затянуть. Я сегодня льняную кашу варила из льняной муки. Я поняла, Лёлькины кофейные свечки по запаху напоминают шоколад, допустим, молочный шоколад с кофе. Или просто черный шоколад с кофе. Бывает такой то ли в Альпенгольд, то ли в России шоколад с кофе. Вкусный. Что-то у меня вода в языке. А еще нормально. Прочитала, что бульон от свиного языка можно на этот, типа, на суп использовать. На подливу и вообще кому как по вкусу. Звездочка. Осталась нам одна варежка. Там где-то минут 12 уже стрелу. Я на время глянула, но не особо заметила. Наверное, больше слышно, как в кастрюле это мясо булькает, чем как я тут стригу. Ну, звук я подтяну, я часто его подтягиваю, на АСМР только оставляю, как есть. Ну, что я что-то в последнее время, когда ролики снимаю, то говорю на 2 тона ниже на самом деле. Не знаю почему. Это, наверное, будет перерабатываемая бумага. Хотя, может, ее и сжечь можно. Вот лежит коробочка. Для бумаги на сожжение, так потом снести. Так, мы их вырезали. Хотя они нам еще пригодятся. Ленточки порезать. А, и вот этот пакетик порезать. Что там у меня? Опять упала эта раковичка.
который посуду моет. Я сегодня мыла посуду и позвонил человек. Вайбер. Я все никак не привыкну к этому вайберу, когда он звонит. Ну и я как-то неудачно их сняла, эти рукавички. Перчаточки, точнее. Сейчас распадывать. И они в итоге стали мокрыми. Ну что, так пахнет вкусненько. По-моему, отпечем дома я как-то пирожок, в смысле хлебушек пекла. Так, надо нам ножичек и стаканчик мятный. Да, тут он даже горячий. Мы его нальем и оставим холодный. Тише, свалил бы ты на другую табуретку. Я говорю, свалил бы ты на другую табуретку. Кыш, нечистый дух. Где у нас тут вода? Сколько тут вода? 50 миллилитров вода. Ну, говорю, а что? Тише, это масло, свали отсюда. Надо куда-то отсюда. Или еще добавить воды. Много чем заодно взять. Нет, смешать-то буду это. Ложки, наверное. Ой, мимо. Как-то ну. Можно сказать, что теплого, да? Вода. Вот, вода. Как раз 50 миллилитров охренеть. Какой я точно, я там. Тише, ну убери ты голову-то своя. Вода. И этот самый. Откатайте тесто толщиной 5 мм и отрежьте фигурки по трафаретам. А мне же еще эти надо. Дырочки сделать в трафаретах. Вода мы налили. Теперь надо масело. Такую малюсенькую потечку. Так. Тиша, уберись, пожалуйста, куда-нибудь. Надо, не знаю, блюдечко какое-нибудь, что ли. Чтобы понять, что тут 60 грамм. Так. Пятьдесят грамм. О, нет, надо еще пару грамм. Теперь убрать 2 грамма. Вот тебе ровно 50 грамм.
этим маслом мы можем лапы помазать. Они будут мягкими, шелковистыми. Скажут мне спасибо. Так, ты уберись пока отсюда. Я тебе пойду в школу. Может, тебя пока слегка на окно посадить, чтобы ты слегка подзамерзла? То уж совсем какое-то мягкое. Почему они не сказали, как мешать? Замесите тесто. Я, может, тупой. Я не знаю, как замесить тесто вот таким видом. И у меня даже сейчас нет этой штучки, которая месила бы тесто, потому что кому-то приспичило ее у меня забрать. Ну, понятно, кому? Мне. В смысле, мне понятно, вам-то нет. Мотивирую еще то, что у тебя же есть теперь блендер стационарный. У вас тоже есть блендер погружной. Чую, кто-нибудь словит. То, что называется, пригорело. Диссонанс визуальный. Мне кажется, 50 мл воды сюда мало. Может, попробовать руками? Вообще, мне удобнее правую левую месить. Я правую испачкала. А еще не забыть дырочки сделать в бумажках. Так, готовим глазурь 20 мл воды и 10 грамм растопленного масла. Содержимое добавить пакета воду и масло. Перемешивать в течение 1 минуты. Вливайте миксером на высокой скорости. 2-3 минуты. 2-3 минуты, точнее. Надо будет миксер доставать. Так обреченно сказала я. Прикиньте, оно перемешивается, кажется. Главное, чтобы сейчас никто не позвонил. Хотя у меня телефон стоит на зарядке, я все равно не услышу. К тому же сейчас уже 2 минуты. 11-го я в любом случае не услышу. Там сразу тихий режим включается с 10 вечера. Так, тесто другое. Блин, я ж хотела одеть этот, как он там, фартучек. И быть как цивильный человек, как я обычно одеваю фартучек, я забыла. Включила камеру, чтобы было видно, сама на коленях тут делаю. И никому ничего не видно, только говорю. Так, ну будет все равно где-то на час этот ролик помонтировать, я его буду после Нового года. Наоборот, ролик
уходовой косметики на январь как-то вписать те полчаса, что остались на большой флешке. Так, что тут у нас? А, так глазурь надо делать уже после того, как пряники-то выпекли. В общем, выпекать, сделать прянички по трафаретикам, а потом выпекать. И пока оно выпекается, можно сделать глазурь. Ну, отлично. Я заодно обновлю этот свой шприц, наверное. По-моему, я очки чем-то уляпала. Пока я думаю, что сухой рукой на нос обратно запилячиваю. Смотрите, у меня получается. Оно такое мягонькое. Раскатайте тесто с толщиной 5 сантиметров. Смотрите, 5 миллиметров. Надо еще муки достать какой-нибудь, чтобы посыпать тут. Круто, спасибо тебе, Лёлька. Если б не ты, я даже знать не знала, что такие штуки продают. Не, я иногда вижу вот этот, печем дома. Но я в Пятерке крайне редко бываю. А у нас продают только всякие хлебушки. Зачем я так делаю? Просто чтобы убедиться, что внутри оно тоже тесто. Ну, я сейчас лапы помою. То надо будет муку доставать, тут раздвигать все это. Дырки. Трафарет так делать. Надо воды подлить в этот язык. Так, и очки помыть. Короче, я сейчас пока на паузу поставлю. Схожу за маленькими ножницами. В общем, я тут уже нашла ноженки, вырезала это самое, со стола слегка убрала. Достала муку. Не достала только, чем ее насыпать. До комнаты дошла, очки протерла. Там только я подумала сказать, что кот там лежит, так этот, ну типа, будто понимает, что хозяину тут не до кота. И кот сюда приперся. Ну, сел на табуреточку. Так, туда пока поставлю муку. Ох. Я, наверное... Ой, надо же еще шкалку достать. А вторая у меня еще... Лопаты, которые мед мешают. Раньше мешали, не знаю, что вообще ей делать. На самом деле, этой лопаткой. Меня кто-то вспомнил, я их пнула. Меня, видать, отпотело окно, потому что бумага там лежала одна, под ноутбук подкладываемая, она замёрзла. Даже ты утром такая же фигня была, потому что я что-то так на окне рукой задела, а там мокро. Ну, откуда вода? У меня еще печенье из пряников лежит, в шоколаде из какао-бобов. Я про него забыла, а как-нибудь сожрать. Ну, тут мы присыпали типа мукой. Наверное, надо напополам его разделить, чтобы раскатать-то.
Оно в отличие от этого теста, которое, как он там, другое, короче, тесто. На лаваш, допустим. Оно мягконькое. Я подозреваю, что это надо стоя делать. Может, скалку тоже надо было, этой скалку, точнее, мукой обсобачить. Ой, надо же коврик для выпечки взять. Какой-нибудь. Много. У меня на нем фольга, потому что я что-то делала. Ну, пусть будет фольга, что? Она не мешает же никому. Как тебе поставить-то? Пол сантиметра, да? Интересно, его переворачивать надо? Мне что-то это так все смущает. По-моему, уже совсем тоненько. Ну, кто видел ролик, как я готовлю роллы, я открываю консерву куриную, я думаю, они переживут вот это вот, не удивятся. Не знаю, пол сантиметра, тут не пол сантиметра. Я тебя еще не стирала, наверное, тебя скоро постирать надо. Ну, я не помню вообще, стирала тебя или нет. Так, вверх ногами, что у нас тут? Раскатайте тесто толщиной 5 миллиметров, а предварительно посыпанной мукой поверхности. С момента, как от Ольги получила посылку, я такая вся поздно ложащаяся. Она как бы сегодня выспалась, 7 с чем-то часов спала практически без просыпа, но так я выматываюсь. Вообще, где у меня они? Даже торможу, вот оно рядом лежит, а я смотрю в книгу, вижу, нифига. Чем вырезать-то? Ножом, наверное, да? А вот у меня нож. Потом надо потолще тесто раскатать. У меня такое ощущение, что тут меньше, чем пол сантиметра. В крайнем случае, какие-нибудь треники-то я схомячу. До того, как они на елку дойдут. Так, как бы так. О, люди, получилось. Так, здесь. Лежи и не падай. Хотя, куда тебе тут падать-то? Это мы возьмем. Сюда зафигачим. Блин, оно так упало, что я сейчас лопухнулась, думала, вдруг оно мимо упало. Трафаретики, вы мне еще пригодитесь для чего-нибудь. Может, я сподоблю сделать это тесто сама. А может, еще чего. Вместо теста повешу вас на елку на веревочках. Моя подруга увлеклась феминизмом, а я готовкой. Ой, я забыла дырочку для сердечка. По-моему, оно слегка криволостое.
Так, дырочка. Да, надо потолще, наверное, тесто делать. То у меня будут, наверное, еще остатки. Сердечко. Ложись. Такое мягкое, хорошее тесто-то. Так, в общем, этот круг, ляп, круг я его назвала, я обделываю. Потом скатываю тесто из того, что осталось от первой части, и делаю потолще. Это вот мне нравится, что оно тут уже меньше, чем 5 миллиметров. Должно же быть оно такое тонкое, да? Я не знаю, надо было линейку брать, наверное. И надо дырочку. Так вот, я не помню, говорил или нет, у меня на камере, оказывается, ну, когда я вот последний раз включала, вот сейчас, оставалось 40 с чем-то минут. Сапожок. Он с другой стороны так этой мукой обделался. Может, я ее много посыпала. Ну, что ты мимо падаешь? Так, что у нас сюда влезет? Звездочка, да? Звездочка, ты влезешь сюда? Влезаешь. Вы, кстати, заметили, что я в этой самой... Уже как человек нормальный. В смысле, это, который готовит... Как его там, блин, забыла фартук. Я про него еще тут говорила. Что он уже уляпанный. Я увидела, что он уляпанный. Блин, правой-то рукой неудобно резать. Как будто не человек. Я обычно, наверное, левой режу. Все. Я тут вчера в пятерке купила печенье без глютена, то сё, без пальмового масла, и только дома увидела, что оно на фруктозе. Я так думаю, неужели только для диабетиков делают печенье без пальмового масла? Остальные этого не заслуживают, что ли? Надеюсь, ты не сломаешься. А мне, наверное, на два противня придется. То, что с обрезков. С первой части. Я же там его на две части разделила же. Возможно, я правда много тут присыпала. Как знает. Тесто, соберись. Ты, возможно, уже устала от меня, а я просто устала. Ну, так вкусно пахнет. Я подозреваю, что вам тут за всей этой баррикадой, может, и не очень видно, что я его тут раскатываю.
шарик собачью. Потом я сделаю, раскатаю тот кусок теста, а обрезки от этого пока ставлю в сторону. Так, дырочка. Надеюсь, оно дырочка все-таки будет. Теперь, может быть, оно толще, чем надо. Я не знаю. Так, ты иди пока отсюда. Нетронутое мукой тесто. Ну что, приносить рукой? Рука вместо скалки. Ой, прилипло. Собственно, раскалку тоже иногда надо протирать. Этой самой. Ну вот, раскаталась как-то теперь с одной стороны вроде мало. А с другой стороны вроде толсто. В чем недостаток этой коробочки? Они не знают, что это будет готовить люля. Которые надо объяснять, как это смешать тесто. Руками, ложкой, ногами, головой. Я еще сегодня хотела помело купить, но что-то это так нагрузилось, что в итоге, думаю, потом в магнит завтра зайду. Если будет помело, то куплю. А если не будет, куплю в другой раз. Потом традиции России с времен Советского Союза, вроде как мандарины, в Новом году должны быть. Ну, в смысле, стали новогодним. А помело уже появилось недавно. Олочка, я что, тебя не до конца простригла? Ну вот, елочка расхерачилась. Я расстроился. Придется заново елку фигачить. Ну и на самом деле не расстроился. Ну, значит, просто... Наверное, это вообще надо след надо делать. На какой-нибудь или на том столе, которому я спиной. Но тогда камеру хрен знает куда ставить. Пришлось бы. Ну я осторожно. На этой штучке не останется никаких этих самых. Ну. Она тоже, кстати, Лёлкина. Скатерть. Клеёночка.
Ну ладно. Блин, вот вторая елочка также. Блин. Надо тогда заново скатать это тесто. Я ее беру, а у нее голова проваливается. И все. Год назад я бы психанула на этот счет. А сейчас мне как-то так вообще похер. Что я тут матюгнулась пару раз, наверное. Даже не злобно. Ну, если что, своим детям уши заткните, если вы с детьми смотрите. На свой страх и риск. Может, не надо было ее лупить? Надо было просто раскатать. Она мне явно мстит за то, что я ее лупила. Такое интересное тесто. Мягко, наверное, надо раскатывать и не надавливать, как при раскатывании этого на лаваш. Елочка, будь человеком. Мне ведь еще мясо разбирать. Давай уже, делайся. И у меня не столько много свободного места на камере. На этой, на пленочке, на флешке. Третьего раза она таки не это, не развалилась как-то тут. А вот звездочки пришла хана, пока я тут пыталась двинуть. Ну, может, она это сварится. Короче, у нас тут из 10 сейчас 6 штук. Сюда уже все равно больше ничего не влезет. Сейчас мы его поставим, печься, а я пока другие сделаю. Так, что у нас тут печется-то? Я даже, наверное, пока вырублю, пока оно печется. А включу уже, когда буду делать глазурь. Все равно место на пленке она не влезет. Так, 200 градусов, 15 минут. -200. Вот они точно градус не могли показать, да? Тогда 190 поставлю на 15 минут. Долейте трафарет и перенесите заготовки на противень, высланный пергаментной бумагой. У меня коврик. Выпекайте предварительно разогретой до 180-200 градусов в духовке примерно 15 минут. Дайте готовым изделиям полностью остыть. Пока не тут остывает. В общем, мне 15 минут. Я у меня ровно на 15 не поставится. Поставлю на 13. Тогда на 200 градусов и на 13 минут. Ну там проблем, да, как-то ставить. У меня или 13, или 17, или 20. Пока вырублюсь. Времени у меня тут 25 минут осталось на флешке. У меня тут уже спеклось с трех противней. Я одну штучку схомячила. Хоть я и убавляла температуру, сначала ставила на 13 минут, значит, на 200 градусов, потом, значит, запахло как бы жареным, ну, не совсем в прямом смысле. Я убавила на 180, ну, на 190 минут, потом поставила уже на 180, более толстые. Еще раз, и в общем, у меня тут несколько было прижаренных. Я вот сделала сейчас еще одну звездочку. Тише, такое ощущение, что ты тут где-то пытаешься куда-то запрыгнуть. Я ж тебе шкаф открыла. Он у меня в шкафу иногда лежит там. То на одежде, то на полотенцах. Ну и в общем, из остатков я тут еще сделала.
Сейчас он решил все-таки записать, как я отбиваю ее. Я уже положила одну столовую ложку, то есть 10 грамм мягкого сливочного масла. И 20 миллилитров воды налила, то бишь 2 столовых ложки. Ну, у нас тут содержимое пакета, добавьте 20 миллилитров воды, то бишь 2 столовых ложки, 10 грамм растопленного сливочного масла, это 1 столовая ложка. Кстати, состав тут, в принципе, нормальный. Сахар, крахмал картофельный, потом ароматизатор ванилин и натуральный ароматизатор ваниль. Перемешать это все в течение 1 минуты, а потом взбить быстро миксером 2-3 минуты. А мне эти часики сюда принести поближе. То есть сначала я буду мешать просто этой штучкой. Шприц не достала, который потом переливать. И надо будет еще, наверное, пару толстых тарелок достать. Ну, считай, что минутка прошла. Ты где? Это чтоб я потом куда-нибудь поставить, положил сюда этот несколько пряников. Надо воткнуться. Отвлекайся. У нас 46 минут. 3 минуты мы сейчас взбиваем.
теперь прикол. Вдруг я заметила, вот здесь-то не написано на пакетике, а здесь у нас есть. И на коробочке, кстати, не написано, что надо бы добавить как вариант 10 грамм жидкого яичного белка, то бишь половинка белка от одного яйца. Вбейте белок в допущенной пены, добавьте содержимое пакетика к белку и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, а в лоб, чуваки. У меня тут только так вот. Значит, надо сначала этой фигней помазать, а потом посыпкой сделать. Смогу сначала перекидывать это в шприц, заодно шприц обновить. Воды налить в мясо. Так. Ну да, дело-то, Лёля, первый раз. Не то чтобы блинкомом, но так, специфически немножко. Надеюсь, я правильно делаю. Вообще, мне кажется, я в своей жизни ни разу этим шприцом не пользовалась. Не именно этим, а вообще. Может, в детстве только видела. Ну, что был у меня хороший шприц, но были у меня и разные подруги. Ой. Так, странненько сбилась там. Мне кажется, это на дольше, чем 3 минуты. Да ладно. Может, я потом туда и правда... Не белок, правда, у меня там аквафеба есть немножко. Засуну лучше. Мимо этого льется. Или шприц какой-то дурацкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Оно само выливается. Можно я не на все буду эту глазурь странную лить? Она реально как-то не это, не разошлась. Я вот мне сказали, я фотку скидывала, что у меня еще вменяемые эти самые прянички. Может, там надо что-то закручивать? Оно не текло мимо. Такая проблемная штука. По идее, она должна застыть, эта дуговина. Сюда ее обратно поставлю. Может, с белочком-то было бы и лучше. Ну, я сейчас этой посыпкой подсыпаю. Посыпка кондитерская, посыпка точнее. Кучей красителей. Сахар, крахмал, кукурузный, глазирователь, воск карнаубский. Пищевые красители 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Дальше. Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. А ведь это фигня для того, чтобы родители с детьми что-то пекли. Вообще, производитель, куда ты смотришь? Человек, у меня телефон сейчас в зоне недосягаемости, сказала, что посыпка хреновая к этой штуке лепла. Ну, я вот тут и так смачненько посыпала. Что-то на тарелочке останется. Одну штучку я постараюсь все-таки повесить на веревочку и на елку. Это вообще рисковое дело, потому что хоть у меня елочку больше не скидывали, но могут в виде пряничек стащить. Вот он такой. Ладно, не помру, у меня теперь пуэра много. И я купила. И было чуть-чуть. И человек подарил. Так, надо попробовать воткнуть сюда. Да. Дырочка была только с одной стороны почему-то. Тут вообще дырочки никак. А тут что? Вот здесь, кстати, есть дырочка. И у нее даже лезет веревочка. Как тут делается-то? Нарезаем ленточки, навязываем пряники, наряжаем елку. Я ножницы-то уже убрала, что ли? Конечно. Ой-ой-ой. Вязочка, ты мне пригодишься, наверное, так, куда-нибудь. Надо, чтобы оно у нас засохло как-то, наверное, где-то. Мой первый пряник на веревочке. Но еще и завязываться-то не желает нормально. Эх, блин. Ой, я там такую тему хочу поднять. Не сколько из-за того, что меня задолбали с вопросами, сколько еще из-за того, что я сама этот факт как-то до сих пор напрягает он меня. А человек переживает, что меня будут хейтить еще больше, чем есть. Вообще приятно, что человеки переживают. Вот здесь тоже есть дырочка. Ну, она в смысле сквозная. Я всем делала дырочки, но что-то некоторые из них запеклись. Большинство. Не, я думаю, что если бы были формочки, допустим, ну, не сам по трафарету врезаешь, а вот как конкретно формочки, это было бы все поровнее. Но какие были. Да вообще спасибо за подарок, Люлька. Люлька, мне тебе от меня спасибо, потому что я бы так вот еще бы долго думала, где бы взять рецепт, как бы своять эти прянички. А тут даже уже готовая вся смесь. В этом плане, вот, к примеру, мне это оптимальный вариант, когда готовая смесь. И не надо геморриться. Нет такой темы, что ой, не получится. Так вот там и слиться. Меня там занято, чем вытереть-то. Но пока не показывает, что памяти там совсем нету. Сейчас я достану свои эти оставшиеся. А с этой глазурью что не сделаю? Я, наверное, пущу туда аквафабу. Собью, а потом крем схомячу. Так. Не делайте так никогда. Прихватывайте чем-нибудь. Вот эта лепешечка у меня пряничная. У звездочки дырочка малюсенькая. Здесь есть, но она только сверху. Тут тоже есть дырочка, но я не знаю, но может и не влезет. Заположу. А вы кто найдите? Веревочка. Пах-пах.
Сейчас посмотрим, воткнется или нет. Но все равно прикольный, увлекательный процесс. Не воткнется. Вот вкусная. А. Печаль вселенская. Ну да ладно, у меня два зато этих пряничка есть на веревочке. Веревочка пригодится куда-нибудь. Мало ли. Что-нибудь завязать. В общем, вот, зритель. Такие у меня пранички. Тут вон глазурь, обратно стекло. Там еще прянички. И тут еще пряничек, и один я схомячила. По-моему, я схомячила как раз. Кого я тут схомячила-то? Горячо. Звездочка, что это еще? Сердечко. Колокольчик я схомячила. Вот снова захомячиваю колокольчик. Короче, всем спасибо, кто осилил этот ролик. Всех с наступающим Новым годом. Если я смонтирую это уже с момента, когда Новый год придет, то пусть он вас не раздавит, когда наступит. Пока! По скриптум это все вблизи мандаришки, которые не было, скорее всего, видно. Потому что они стояли так, что их не было видно. И язык, который тут варится. Вот теперь точно совсем пока.